В Усть-Каменогорске на популярном среди горожан пляже в парке Самал прошла необычная акция, организованная спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. В рамках мероприятия отдыхающим предложили на время стать спасателями и ощутить на себе ответственность за жизнь и безопасность на воде. Отдыхающие, у нас проводится акция. Просим сюда подойти для участия. Участникам акции «Безопасный пляж» предложили забраться на спасательную вышку и, используя рупор, напомнить гражданам о правилах поведения на воде. Они также делали замечания нарушителям, объясняя, что не стоит заплывать за буйки, а также напомнили, что необходимо следить за детьми. Инициатива вызвала большой интерес среди отдыхающих, многие из которых проявили желание испытать себя в роли спасателя. Самое сложное было это говорить и что-то показывать. При этом следить за людьми, соблюдать технику безопасности. При этом даже нельзя будет отвернуться на минуту. Несмотря на то, что не всем сразу удавалось убедительно донести до людей важность соблюдения правил, участники проявляли настойчивость и усердие. А один из спасателей настолько вжился в роль, что даже продемонстрировал способность оказывать помощь условному тонущему. Главной целью мероприятия было привлечение общественного внимания к вопросам безопасности на водоемах и повышение осведомленности граждан о работе спасательных служб. Департамент по чрезвычайным ситуациям в Восточно-Казахстанской области настоятельно просит гостей и жителей области соблюдать меры безопасности на водоемах. В первую очередь, купаться только в специально отведенных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. И самое основное – это не оставлять детей без присмотра. Также хотелось отметить, что на территории области на сегодняшний день по статье Кодекса об административных правонарушениях, в статье 412 у нас зарегистрировано 12 протоколов за нарушение правил безопасности на воде. При чрезвычайной ситуации просим звонить по номеру 112. После завершения акции сотрудники ДЧС ВКО вручили активным участникам акции памятные призы. В ДЧС уверены, что такие мероприятия помогут снизить количество несчастных случаев на воде и поспособствуют созданию безопасной среды для отдыха.